Всем привет! Сегодня будем мерить расход. У нас стандартная газель, стандартный свап, 3UZFE, все как обычно, стандартное ГБО, достаточно бюджетное. Долго не будем тут стоять, мерзнуть. Поехали на заправку, задуемся, прокатимся в горячий ключ обратно, примерно сотку, и будем задуваться заново. Все сейчас покажем и расскажем. Так, сейчас заправимся до полного бака. Мы находимся на развязке перед... Как это? На Армавир, да, у нас дорога? На Белореченск. На Белореченск, на Майкоп. Вот, сейчас мы поедем в горячий ключ, вернемся обратно, и на этой же заправке мы заправимся сам. Вот у нас приложение геотрекер, близко не видно. Вот, нажимаем запись трека. Мы поехали. Вернемся на эту же заправку. Вот, собственно, цифры. Мы проехали 103 километра, заправились мы 22,8 литра газа,
Газ у нас сейчас отстроен, грубо говоря, никак. Это была автонастройка, по сути, это сбор карт произошел. Вот. Двигался я со скоростью в среднем 90-100. Если бы я был на бензине, соответственно, было бы, наверное, литров 19 примерно. Столько же употребляют топливо стандартные родные штатные моторы, при этом они не едут никак. В общем, те, кто говорил о том, что эти машины, такие машины с такими моторами жрут 30 и больше, просто закрывайте свои рты. Все, мы на базу. Мы уже вернулись в гараж, я успел подключить компьютер. Посмотрел, да, есть небольшой огрех по газу, ничего страшного, в понедельник мы это исправим. Соответственно, расход мы привезли 22 литра, плюс у нас немножко завышено там. Расход будет 20, и всегда я говорю, что расход в принципе 20 литров, это уже проверено. Здесь есть всегда нюансы по расходу. У кого-то газель 4,20 весом, вот как это, допустим, мне кажется, 2,500-2,700, есть у кого-то 2,200 газель, есть у кого-то 5-6-метровая газель, поэтому кто-то ездит по горам, кто-то ездит по равнине, кто-то на ветер, кто-то против ветра, у кого-то 3 тонны загрузка, у кого-то 700 килограмм. Расход — это дело такое, но в среднем показатель 20 литров. Пропан либо бензин, там сильно цифры не разнятся. Вот, к чему? К тому, что вот этот вот мотор, который родной от этой машины, он жрет реально столько же. И все газелисты это прекрасно знают, что этот мотор, ну, хавает он двадцатку, почти 20. В общем, мы получается, что установив вот такой мотор, мы имеем такой же расход, при этом мы имеем надежность, мы имеем комфорт от вождения, у нас нет сцепления, у нас нет вот этого рычага, который постоянно нужно трепать, у нас нет вот этого шума, нет никакого треска. Сегодня мы катались, и на самом деле я первый раз на газели ездил так далеко и на такой. Обычно я езжу по городу и более агрессивно. Здесь же получилось очень хорошо. Едешь тихо, спокойно, мотора не слышно, в режиме до 100 его как будто нет. Вот, теперь давайте немножко про машину, про саму. 3 UZFE. Обслужены как обычно, установили радиатор Land Cruiser 80, здесь дополнительный радиатор автомата, как всегда, электровентиляторы у нас стоят с плавной раскруткой, ГБО, редуктор КМЕ Gold, компьютер у нас OMVL Saver, форсунки OMVL Gemini, 2 вихревых фильтра, все шланги Parker и все собрано на пластике восьмерки. Также в этот раз пробно мы установили щиток приборов от Цельсиора 30. Я его не успел прошить, в следующий раз прошью, чтобы он был английский. Что нам это дало? Мы воспользовались CAN-адаптером, не CAN, мультиплексный адаптер, который дал нам возможность сразу же заложить сюда поднятие холостого хода на электрическую нагрузку. В дальнейшем на кондиционер этот адаптер тоже поднимет нам обороты. Ну и самое такое, что щиток красивый, прикольный, красные стрелочки. Вот. И там адаптирован у нас бензобак уже под наш бак. И есть кнопки Power Snow. Очень многие спрашивают, можно ли это сделать. Да, можно. Вот в таком варианте мы это сделали, все работает. Я катался на Power и пробовал со снега тронуться. Я показал вам сегодня реальный расход этого автомобиля. Да, мы чуть-чуть подстроим, расход будет 20, никаких 30 здесь нет. Так, друзья, небольшой постскриптум. В общем, снимали мы видеоролик про расход в субботу. Сегодня у нас понедельник, уже вечер, сейчас поедем домой. В общем, газ я победил, газ действительно был настроен неверно, им воняло в выхлоп очень сильно, и время у нас бензинового уходило. Все это было вследствие того, что бензиновый компьютер у нас был неисправен. Это выяснил я методом перебора датчиков ДМРВ, и в итоге как бы получилось, что комп все-таки я заменил. Заменил компьютер, теперь у нас из выхлопа пахнет вишенкой, а самое главное, что даже на упоротом компе мы ездим с 22 расходами литра газа.
Ссылочки на все будут в описании, на Инстаграм, на сайт, на трек, на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте смотреть наши следующие видеоролики, да и старые можете все посмотреть. Всем пока, до новых встреч!